юношеская и юниорские сборные команды специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Радбека Санатбаева по греко-римской борьбе выехали на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут на берегу озера Иссык-Куль на спортивной базе «Сальвадор». В них примут участие 40 спортсменов под руководством тренеров Ильзата Газиева, Алмаза Эсиналиева, Фархада Ушурова и Ташбалота Улу Нуржигита. На УТС команды будут готовиться к предстоящим чемпионатам Кыргызстана среди кадетов и юниоров. И что немаловажно, в период подготовки здесь спортсмены будут соблюдать режим, а самое главное – вовремя и правильно питаться. Директор СД Ушур имени Радбека Санатбаева Каныбек Жолчубеков пожелал спортсменов успешной подготовки к предстоящим стартам и выразил благодарность мэрии города Бишкек, городскому кенешу депутатов и департаменту спорта мэрии города Бишкек за помощь в организации сборов. Молодежь сбор өтті, кадет сбор өтті, мынаки екінші сбор десек болады, да? Молодежь, кадет. Біз енді үшін өтті отағыз, бұл нәрсен бар ағайлар башман өткен нәрсе, да? Ана бұл балдар бүгінгі бір мал машық атады, да? Ошол себептен баягы бир жума калганда сбор өтсөк кандайдыр балдарды үч маал тамагы менен жатаканасы менен маршрутусу менен эртеңки курама командага кошконго кандайдыр бир түрткү болуу максатында ушунча канча жылдан бери эмгектенет анан баягы шаарда орун сыркоо жана башка жана ошондой эле тамак жагынан дагы баягы кыйын десек болот, да? Жолдо жүрөсүңөр, жана башка чарчайсыңар. Ошол себептен бүгүнкү сборду уюштуруп атабыз, что бир жума калганда ал жакта 15 күн, 14 күн сбор өтүп, өзүңөргө келип, андан кийин 5 күн, ар жакта 5 күн, 7 күн калат экен. Өзүңөргө келип, анан подводка кылып күрөшөсүңөр деген ойдомун, да, буюрса. Поэтому этот сбор очень важный нам. Хорошо, что нам наша школа, наша городская мэрия предоставила нам сбор. С пользой на это, максимально отнестись к этому сбору. Соберитесь к этому сбору и отдайте все, что запланировано у нас. У нас основная эта задача, это вас подвести к чемпионату Кыргызской Республики.